Мы с вами находимся на очередном празднике, детском эстрадном конкурсе «Майглёхен». Ему уже более 20 лет, и он проходит раз в 2 года здесь, в селе Азово, Азовского немецкого национального района. «Майглёх» как конкурс чередуется с детским фестивалем «Нахтигаль». Поэтому один год, получается, проходит «Нахтигаль», другой год проходит «Майглёхен». Как обычно, сюда собираются дети из разных районов Омской области, где находится центр немецкой культуры. Это всегда приятно, потому что это, как правило, накануне Дня защиты детей. Это, как правило, начало летних каникул. Получается такой двойной-тройной праздник. Поэтому я тоже сегодня хочу поздравить всех участников этого очередного нашего конкурса детского, поблагодарить всех руководителей, коллективов центров немецкой культуры, хозяев, кто принимает в очередной раз этот праздник. Этот праздник зародился здесь, в Азовском немецком национальном районе, много-много лет тому назад, и он имеет продолжение. Так, ребят, идем вперед, 4 шага, пошли, и разодержимся за руки, 3, 4, стоп! Поворачиваемся спинками, продолжаем. Летит время. Совсем недавно мы поздравляли победителей 13-го областного детского вокального конкурса «Майглёхен Ландыш». А сегодня мы рады приветствовать вас на финале 14-го областного детского вокального конкурса «Майглёхен Ландыш 2023». Wir sind froh, Sie auf dem Finale des Wettbewerbs «Майглёхен 2023» begrüßen zu dürfen. Вновь сегодня на этой сцене с серебристыми ландышами зазвучат голоса наших конкурсантов. Спасибо, что вы сегодня принимаете участие в этом мероприятии. Ну и, конечно же, дорогие мои, я всем хочу пожелать здоровья, успеха. И в свете последних событий я всем хочу пожелать мирного неба над головой. Ammselt rossz elfin kunstár,
Пасху. Ну что ж, мы идем с вами дальше. На сцену приглашается председатель региональной национально-культурной автономии немцев Омской области Эйхвальд Виктор Васильевич. Приз вручается вокальному ансамблю «Клёклин-Бюхен». Дорогие друзья, наш любимый, родной Азовский немецкий район нас опять собрал, объединил. За это вам огромное спасибо хозяевам, организаторам, руководителям, участникам. На этой земле появились прекрасные праздники, музыкальные фестивали. Это и «Феникс», это и «Нахтигаль», это и «Майклёхен», это и «Вайнахштерн», самый любимый, чуть не забыл. Огромное вам за это спасибо. Всех с праздником, с началом наших самой любимой поры летних каникул. Ну, в общем, вам, ребятишки, счастливо. Доброго, счастливого лета. Огромное спасибо.